город Санкт-Петербург, 29 октября, и у нас сегодня здесь петербургское дерби. Динамо принимает Звезду. Ну и появляются у нас команды уже на поле, но его цифра 100 на футболках. Это как раз про тот самый матч. Вот хотелось бы, чтобы поколение Номо и динамовцев соответствовало тем ребятам, которые играли за Динамо все эти 100 лет. Всегда должны помнить наша команда, что это дух питерский, настоящая ленинградская команда «Динамо». Со своей историей, с блокадным матчем. Этого никогда нельзя забывать, когда выходишь на поле в майке «Динамо». Вот этот ромбик «Динамо» должен, знаете, быть неотъемлемой частью жизни, психологии, философии. Вот этот футбол, комбинационный стиль, он, мне кажется, он для «Динамо» характерен. Я даже сейчас смотрю, вот у вас есть ребята вот сегодня, да, в команде. Ну вот они стараются, вот 10-й номер я вижу, я не знаю даже фамилию 10-й номер. Но я вижу, что он все-таки тяготеет. То есть правильно, что он в команде оказался, «Динамо». И, конечно, «Динамо» должно быть комбинационное, это должен быть ленинградский стиль, когда-то он так и назывался. Ленинградский стиль, петербургский стиль. И вот этот стиль развивать. Я, например, когда вот у меня в «Зените» там не получилось, тренеры поменялись. И я пришел в «Динамо» и два сезона отыграл. Бондаренко был тренер. И, кстати, «Динамо» я благодарен. Я получил квартиру однокомнатную за футбол. Именно «Динамо» пошло навстречу. И мы тогда как раз боролись за выход в высшую лигу. Сегодня большое событие. 100 лет со дня первого матча под названием «Динамо». Хочу пожелать клубу нашему стремительного развития, движения только вперед, к новым победам. По всем направлениям клуб усиливается, клуб растет, клуб развивается. Все мы сделаем для его развития многое. Уже сделали и будем продолжать это делать. Поэтому всех динамовцев с праздником, с большим-большим юбилеем. То «Динамо», которое сейчас мы воссоздаем, это самое начало, первый этап. Я уверен, что следующий год будет показательным для клуба. Мы усилились, нам помогает город, нам помогают наши новые генеральные спонсоры. Я уверен, что в межсезонье проведем на хорошем уровне подготовки. Придут новые футболисты, состав будет обновлен, усилимся и ставим самые амбициозные цели и задачи на следующий сезон. Всех с праздником, спасибо. Поэтому успехов «Динамо» и надеюсь, что это победный дух петербургского «Динамо». Да, конечно, главное, чтобы болельщики также пришли на последний матч на стадион и болели. Мы ценим их каждого, кто за нас болеет, переживает. Да, мы сейчас вот такую серию выдали, но мы постараемся исправить в последнем матче, в последних двух матчах и в последнем домашнем, чтобы нам это, чего бы нам этого не стоило.